Конкретные вопросы конкретных людей. Регулярный прием жителей наглядно показывает, какие проблемы волнуют клинчан. Как правило, это жилье, работа, учеба. Вот и последний прием главы округа по личным вопросам не стал исключением. По мнению главы округа, это был один из самых непростых приемов за целый год. В списке пятеро клинчан, и у каждого острая потребность в улучшении жилищных условий. Каждая история – это маленькая трагедия. Трагедия, которая происходит либо по вине самого заявителя, но в связи с его, скажем так, неосведомленностью о действующем законодательстве. Эти проблемы требуют глубокого изучения. Глава округа лично проконтролирует решение каждого вопроса в рамках правового поля. На первом этапе муниципалитет предоставит юридическое сопровождение каждому заявителю.